Пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо большое всем, кто явился. Вот начинаю тогда этот доклад, название его вот видно. И посмотрим, как пойдет дело. Я постараюсь быть как можно более краток, но там материала довольно много. Значит, Василий Шульженко, вот прежде чем даже ну, начать, вот вообще такую вещь. Это художник российский. Многие его работы, я думаю, широко известны вам, возможно, без имени как такового художника, но вы убедитесь в этом. Он родился в 1947 году, стал его, ну, сейчас где-то там 73 года. Всю жизнь прожил в Москве с какими-то краткими выездами на дачу там в область Хасимова. Приблизительно в начале 2000-х годах, знаете, был большой период интереса к русскому искусству и так далее. Так далее. Он жил долго, в течение нескольких лет, по несколько месяцев в Америке. То есть там была такая галерея Марии Польских, и его активно выставляли, продавали и так далее. Потом это по разным причинам как-то закрылось, он вернулся и вот с тех пор работает сам. Вот. Ну и вот это такие очень краткие вехи его. Вот, да, он профессиональный художник, он окончил Московский полиграфический институт и, соответственно, получил академическое, очень академическое образование, что, безусловно, очень важно. Но прежде чем говорить о его значимости, я вот позволю себе начать немножко с более общих вещей. Значит, вот первый такой раздел небольшой. Я буду такими голубыми экранами перемежать какие-то зоны доклада. Значит, вот это вот график из такой старой моей статьи, в которой я все время там обосновывал следующее, что вообще-то говоря, вот все виды культур, они вот так вот, можно условно их расположить на такой вот оси, на такой двумерной картинке, где две оси работают в разные стороны. Вот здесь написано, видите, эмоциональное слева, рациональное справа. То есть интерес данной вот области, в чем заключается, тут это или это. И насколько строги определения или измерения. И вот чем дальше мы по этой оси и по этой оси, тем больше меняется, так сказать, ситуация. И вот видите, в крайнем левом вот углу здесь помещено искусство. Потому что искусство как таковое, и литература рядом, и религия, и так далее, а здесь вот помещены технические науки, математика, они оба, они все ориентированы на это. Я не буду вдаваться в эту схему, тут есть ссылка, и можно там подробнее прочитать. Это в противовес общей теории двух культур, которая очень известна. Здесь говорится, что в реальности есть гигантская зона вот этой третьей культуры, которая не бе, не мэ, и в которую уходит масса всего того, о чем мы говорили на семинаре, в частности. И экономика, и история, и политика, это вещи очень туманные, неопределенные. В общем, такая какая-то тенденция. И вот сегодня мы будем говорить об искусстве, которое слева и внизу. Это означает, что значит, здесь ничего толком не измеряется, и что оно направлено на эмоции в основном. Но эмоция и интеллект, и интеллектуальная curiosity – это не есть какие-то разделенные там железным занавесом вещи. И даже внутри искусства есть очень разные, так сказать, вещи, которые вполне могут апеллировать к рациональному, к интеллекту и так далее. Вот посмотрим на это совершенно, так сказать, блистательное произведение искусства. Это Рафаэль, портрет Бинда Альтавити, 15-й год. Вот что можно о нем сказать? Ну, вот несколько вещей, вот они здесь даже названы. То есть здесь огромное мастерство в передаче каких-то, ну, очень тонких вещей. Даже трудно объяснить, как он этого добивается, как видите. Тончайшая работа. Это явная идеализация. Здесь какой-то помещен, так сказать, вот человек, ну, явно, так сказать, такого аристократического типа. Он очень красив, что добавляет эстетическую, как бы сказать, компоненту в наше восприятие этой вещи. В результате это, ну, считается справедливо одним из шедевров самого Рафаэля и одним вообще из шедевров мирового искусства, так сказать. То есть вот эстетически это чрезвычайно мощный такой образ.
А вот интеллектуальной компоненты здесь нет. То есть человек, который смотрит на этот портрет, он видит примерно то, о чем я говорил, и, как сказать, ну, его рациональному, что ли, постижению действительности этот портрет ничего не добавит. Посмотрим на эту работу. Это работа знаменитого пейзажиста Томаса Кола. Очень хороший пейзаж, качественный, примерно середина XIX века, Бостон. Вид на Бостон. Сейчас как многие из вас же в Бостоне. Ну, вот тогда вот так выглядел Бостон. Здесь овечки бегают, пастух вот где-то ходит какой-то букалический. Довольно классическая работа, высококачественная живопись. Может быть, это не шедевр первого класса, но Кол воспринимался исключительно высоко, и он был очень таким известным человеком. Высокое качество живописи, высокий, да. И тоже здесь нет компоненты какой-то интеллектуальной, кроме как то, ну, разве что, я не знаю, что вот, например, в Бостоне есть какое-то высокое здание, которое тут не поймешь, что к чему. Вот посмотрим теперь на эту работу. Это работа Брейгеля, такого большого отца Брейгеля. Что здесь? На первый взгляд здесь тоже пейзаж красивый, качественно выполненный. А тоже открытое пространство, как и у Кола. И тут возникает, начинает какое-то происходить какое-то расхождение, принципиальная разница. Значит, во-первых, виселица. На ней никто не висит, но, во-первых, название называется «Сорока на виселице». Значит, виселица – очень мрачный символ. Рядом с виселицей, как видите, здесь вот крест. То есть это место убийства и место одновременно захоронения, а одновременно видны какие-то букалические дома, там замки. То есть здесь совершенно сочетание двух очень разных планов таких. Что делают люди? Люди танцуют. Это очень странно. То есть здесь, так сказать, танец возле виселицы сразу создает условия, ну, ситуацию такой вот драмы какой-то, неопределенности. Тем более художник же трактат не пишет, он просто нечто показывает. А один вообще вот чем занимается. Видите, вот я его увеличил, он испражняется. Прямо возле виселицы. Это уже на грани такого, ну, так сказать, очень неприличного, так сказать, поведения. Пересечение вот этих разных пластов порождает здесь очень сильное такое ощущение контрастности, трагизма нашей жизни. То есть то, что изображено, резко выходит за рамки просто пейзажа. А сразу становится какой-то странной иллюстрацией того, что жизнь не состоит только из красот, равно как она не состоит только из мрачных вещей. То есть здесь очень мощный такой, я бы сказал, интеллектуальный заряд. Идея конфликта, идея противоречия. Это другого рода живопись. Это тот немногий пример, и Брейгель, скорее всего, один из очень немногих, а вернее, один из первых, кто начал это делать. Я думаю, больше Босха. Потому что Босх был более сконцентрирован на определенных аспектах. Но длинная тема, разница между Босхом и Брейгелем. Брейгель более инновейтив. Босх был очень изобретателен интеллектуально в русском вопросе. Вот как показать какие-то уродливые персонажи, необычные комбинации и так далее. В таких широких задач, в общем-то, он не ставил. Ну, там это длинная тема. Но, в общем, Брейгель, конечно, совершенно великий человек. То есть это создает такую вот необычную очень вещь. Здесь есть две компоненты. Здесь и искусство, и интеллектуально очень серьезно это изобретение. Это некая придумка, которую просто так не сделать. Пейзаж любой может, грубо говоря, нарисовать. А вот так нарисовать пейзаж, это надо быть Брейгелем или что-то, так сказать, в этом духе. Вот теперь посмотрим на эту работу Василия Шульженко. Это одна из его последних работ 18 года. Называется «Древний грек и атланты». Что здесь? И вот здесь мы видим, что здесь совершенно в этом же духе, как это делалось и Брейгелем, здесь очень разные пласты совмещаются. Эта работа чрезвычайно насыщена. Это и не статичное изображение атлантов в каком-нибудь музее можно увидеть, или там, допустим, на колоннах Эрмитажа. Там. Это и не какой-то реалистичный пейзаж. А что здесь? Очень много. Атланты показаны совершенно живыми людьми. Вот их лица. Значит, их лица более чем живые, так сказать. Они настолько
заразительно смеются, непонятно над чем. Может быть, они общались друг с другом. Они абсолютно, так сказать, живы. А с другой стороны, посмотрите, здесь есть вот следы мрамора, видите? Здесь мрамор, здесь, здесь. То есть они уже окаменевают. То есть получается, что художник здесь изображает этих атлантов и как живых людей, и как полускульптуры. Полускульптуры, которые уже имеют все атрибуты классики, как мы привыкли думать об этих атлантах. Что на самом деле изображено, уже понять нельзя. Скорее всего, это восприятие этого мира с позиции самого вот этого древнего грека, так сказать. Он мог смотреть на них, как на живых людей, но он вряд ли мог смотреть на них, как на окаменевшие статуи. Это уже очень сложный взгляд. Здесь очень трудно даже понять, с какой точки зрения что-то, так сказать, изображено. Посмотрите, вот здесь на небе такие черные, какое-то зловещее довольно пятно, на фоне в целом очень лучезарной обстановки. Говорит о том, что да, здесь все совершенно замечательно, все по-язычески весело, красиво. Это действительно Древняя Греция, но можно о чем-то, так сказать, задуматься. Посмотрите, как качественно это сделано. Это очень качественная живопись. То есть нельзя сказать, что это намалевано там или как это высококачественная живопись. И это объединяет работу. Вот, то есть эта работа, как и работа Брейгеля, вот, которая раньше была показана, она задает мощный такой интеллектуальный такой вызов. То есть это не просто какая-то красивая картинка. И вот этим Шульженко совершенно интересен. И я даже позволил себе некое обобщение. И вот можно построить такой график, что вот если по аналогии с тем, значит, если по этой оси мы откладываем живописное мастерство, а по верхней оси вот интеллектуальная глубина и изобретательность, то вот некоторые мировые художники, которые вот показаны здесь, вот, они будут вот так примерно располагаться. Есть очень маленькая группа, примерно вот, ну, естественно, она не исчерпана здесь, вот эти имена. И вот у меня ощущение, что Шульженко в этой группе чрезвычайно высоко находится. Один из самых изобретательных художников вот 20 века был Магрит, очень. Дали ему явно изобретал, уступал, но не так уж много. Брейгель, вообще, так сказать, действительно великий человек, но он, наверное, Магрит более. Он придумал массу, штук 100 таких совершенно блестящих идей. То есть, ну, Брейгель мало оставил и жил меньше, чем Магрит. В общем, не будем спорить, я могу вообще, Эшер был абсолютно изобретательным человеком. Так вот, Шульженко супер изобретательный человек. Он пишет мастерски, он выдумывает мастерски, и у него очень высокий уровень мастерства. Я не думаю, что это уровень Рафаэля, это не такой, но очень и очень многих, и опять-таки здесь мне сложно, так сказать, ну, точно проводить. Такого же класса художник был и есть Самуил Бак. Тенси перестал продуктивно писать, он был исключительно изобретательный, исключительно высокого уровня. А огромное число людей в этой зоне, они могут иметь очень разное, например, мастерство академистов, непревзойденное, Энгер, там, я не знаю, вот, разных других художников. Интеллектуальной нагрузки там большой нет. Значит, Рафаэль более, я так вспоминаю, например, Рафаэлю я очень высоко ставлю, ну, как бы, он все-таки придумал очень интересную концепцию, допустим, Афинской школы, а в остальном он вот в духе, его самые лучшие вещи это все-таки портреты. Ну и так можно очень долго рассуждать. Но вообще это полезный взгляд, на мой, вот мне кажется, на то, вот за что мы любим. Можно любить совершенно вот за это только. Есть мастера. Но есть какие-то странные люди, где сочетается умение живописца, мастерство и изобретательность. А вот Кубин, допустим, он очень супер изобретательный, один из самых главных людей 20 века. Конечно, техника искусств, техника мастерства у него была куда слабее, чем. Ну, он вообще-то маслом даже и не писал. Мунк, как по-русски произносят? Мунк, по-моему, да? У Шагала там техника тоже нельзя сравнивать с техникой, допустим, Гоя. Вообще, это можно долго рассуждать, и со мной можно спорить, куда и кого, так сказать, поместил там, Пикассо какую-то такую зону занимает, я думаю, у него ниже среднего и изобретательность, и
техника и так далее, если сравнивать с какими-то высшими, так сказать, ориентирами типа Рафаэля. То есть вот в этом я вижу уникальность позиции Шульженко. Он принадлежит к небольшой группе людей, которые крайне интересны и крайне редки, потому что это сложно. Как на том семинаре сказал, так сказать, Максим Фрам-Каменецкий со своей такой обычной безапелляционностью, что все художники ремесленники. Ну вот то, что здесь на картинке, говорит о том, что не все. Вот, может, это и ремесло, можно отучиться в академии идеально там, но вот этому ты, это ремесленники делать не могут. Они не могут придумать какие-то бесподобные новые сочетания, комбинации, новая идея. И еще последнее, прежде чем я перейду к Шульженко. А интеллектуальная компонента тоже сложная вещь. Она может быть, например, такая, что человек сделал одно открытие какое-то очень сильное и всю жизнь на нем просидел. Таких в науке, например, таких очень много. А это также может быть бесконечный производитель идей, как был, скажем, в математике вот этот, венгер, я забыл, как же его звать, неважно. То есть были какие-то не Реньи, а вот его друг, который есть расстояние там, у меня вылетело из головы его фамилия, знаменитый. Эргош. Да. Как фамилия? Эргош. Да, Эргош, да, извините, да. Он и он, который опубликовал более 1000 статей там, и так далее. То есть, окей. Вот на этом я краткую теоретическую часть закончу и перехожу теперь к самому, собственно говоря, художнику. Значит, окончил он институт в 1971 году, и потом вот такие вот вещи были совершенно такие традиционные, ничего тут особенного не было. Вот типа это мало что осталось, но то, что осталось, ну вот я просто показываю. То есть да, уже мастерство было, он уже вполне академично писал, но ничего так сказать. Пока он не сделал странную работу. Вот уже в 71 же году, то есть там он был молодым человеком, было стало быть что, 22-23 года. Вот эта работа уже интересна, называется «Поклонение волхвов». То есть видите, ну во-первых, это все в духе Босха, конечно, левой части триптиха знаменитого Босха, но он ее населяет, уже фантазия работает. Вот здесь группа Битлз, вот она в увеличенном виде. Здесь босховские какие-то чудовища, здесь бассейн. А вот здесь уже плавает, видите, это новая черта, то, чего не было у Босха. Это уже напоминает Офелию, там, Лео или кого-то еще. Ну, то есть он здесь очень обновил, так скажем, знаменитый сюжет «Поклонения волхов». А работа, и вот видно также здесь, это еще, конечно, юношеская работа, здесь не такое высокое уровень мастерства, какая-то, но это свежее, это уже оригинальная вещь, так сказать. А вот эта работа уже куда более позднего периода, 86-й год, она тоже ранняя. Вот здесь уже ряд вещей будущего Шульженко прослеживается. Здесь очень много странных и необычных комбинаций, таких как, видите, несоответствие размеров, длинные ноги, короткие люди, какие-то странные герои, все. Очень многое. Вот мы убедимся потом по ходу дела, что это было очень сильно потом развито. То есть целая группа прозрений случилась сразу. Возникает, конечно, вопрос, а куда ушли вот эти примерно 15 лет? Ну, на него нет точного ответа, какие-то работы просто недоступны, их нет. И вообще он занимался тогда больше не живописью, а детской иллюстрацией, что-то в таком роде. И есть книги с его иллюстрацией, но я не знаком, к сожалению, с этим периодом его творчества и не могу ничего сказать. Вот, то есть фактически Василий Шульженко начинается вот примерно с этих лет. И вот на этом его период завершения. Это он уже, в общем-то, зрелый человек, то есть ему уже 34 года. И перестройка началась. И как он писал все время или говорил в интервью, его прорвало. Вот он стал писать то, что он видел, как и как он видел. Очень многое в его творчестве связано с его детством. Он родился в Москве. Его отец был художником тоже. Художником такого реалистичного направления Владимир Шульженко,
который, безусловно, огромное влияние оказал на сына. Он жил в окружении красок, мольбертов, они жили, как я понимаю, совсем не так богато. Но опять-таки, в мою цель даже не входит какая-то детальная биография. Она не написана, и я ее не знаю. Я лишь знаю по его словам, ну, из наших разговоров и из публикаций, что детство было, сыграло совершенно колоссальную роль. И в течение многих лет, может быть, по сю пору, он пишет вещи, связанные так или иначе с детством. Поэтому то, что сейчас я покажу, это не означает, что это он в детстве написал. Это темы детства за самые разные периоды его жизни. А в детстве у него было и хорошее, и не очень. Ну вот одна из самых первых работ. Ребенок, не сохранилась цветной копии, ребенок 60-е годы, 84-й год. И вот такие две фигуры. Это очень такая, это довольно шокирующая работа. Ведь это, понимаете, это он изображает глазами ребенка. А вот «Слоны во дворе», где нечто подобное, что-то огромное, такой вот ребенок смотрит. Вот такая тема, ребенок пугается, и наоборот, ему интересно. И вот это все, так сказать, передано, и вот передано и в других его работах. «Спящие». Это, все эти работы вот, построены на концепции такого контраста. Маленький ребенок и огромное нечто. Оно и пугает, и манит. И одновременно, так сказать, создает такое большое напряжение. И каждый из нас, или многие из нас, вполне могут вспомнить нечто подобное. Это могут быть ужасы. Это абсолютный ужас. Ребенку может показаться, что какое-то гигантское существо. Работа написана в 2020 году. И это могут быть очень трогательные вещи. Умершая бабушка, которая привиделась вот этому, так сказать, ребенку. Вот здесь. То есть это такие сильные образы, которые, так сказать, сделаны... В 2002 году. Там же написано. Вы сказали в 2020. Сказал в 2002, вот. Ну хорошо, это мелочи. Давайте не будем об этом. Там написано, я везде ставил даты. Следите, пожалуйста, за датой. Если даже оговорюсь, там все написано. Окей. А одна из самых удивительных работ на эту тему, тоже 2002 год, когда он совсем маленький, вот я так понимаю, это он, называется «Прогулка с бабушкой по Москва-реке». Вы видите, как эта Москва-река подана? Это буквально возле Кремля. Они и жили где-то неподалеку. Но как они идут? И вот как интерпретировать эту реку? Как такая река забвения, в которой что-то, так сказать, рушится. Тут же сразу вот это печальное лицо бабушки, которая может себе представить, что пережила году, к примерно, скажем, там, 55-му, там, через что она прошла на фоне Кремля. То есть это одна из самых таких трогательных работ. И вот они вроде тонут, но не обращают. То есть это работа, которую можно очень сложно интерпретировать. И заметьте, что вот здесь, вот в этой зоне слева, какие-то там темные персонажи, которые впоследствии будут еще дальше развиваться. То есть это уже работа такого очень, ну, я считаю, высокого уровня. Это уже очень сложный образ на самом деле. Такой надо придумать и воспроизвести. Это более прозрачная вещь. Это тоже сильная работа, которая, кстати, хранится в Нью-Джерси. «Прогулка с отцом». Ну, что тут сказать, что вот ребенок уже постарше смотрит на своего отца. У него, я вот тут выбил, но, к сожалению, у меня не было возможности везде сделать качественную репродукцию, поэтому теряется. У него есть элемент такого, ну, не то что недоверия, но интерес. То есть это человек, который думает, это уже мыслящий, это не абсолютно. Он любит его, все. Потом, как передана Москва, вот эти мокрые бульвары и так далее. То есть эта работа тоже достаточно сильная, хотя и очень, ну, намного более такая традиционная. А вот эта работа очень нетрадиционная, называется «Дворы моего детства». Это уже 2006 год. Вот эта картина как таковая. И вот посмотрите, здесь сколько ребенку лет? Ну, 5 максимум, может быть. Пожалуй, помнит себя где-то с 4-5 лет. И вот он вспоминает, вот такие персонажи были, ведь тогда еще, это начало 50-х, тогда
еще ходили инвалиды, тогда еще не все инвалиды войны были как ликвидированы. Но я их сам помню, хотя я младше его немного. Тогда вот такие были люди. Вот посмотрите, как переданы эти, это, видимо, брат с сестрой. И вот этот пацан, который явно, вот он увеличен, более такой криминальный, вот какого-то мальчика обидели. А вот главный герой, он летит куда-то, и вот тут контраст между, так сказать, девчачьей игрушкой, куклой, и мальчишеской. И вот эта кукла тоже, по-видимому, выпала из-под него. То есть он, видя все это, вот, например, такую рожу, вот она, то есть вы же понимаете, что... То есть это очень тонкая вещь, очень глубокая вещь. И вот один этот набор воспоминаний уже способен очень многое сказать о человеке. И вот эти все воспоминания потом воплотились в более поздних, вернее, уже в других работах. Но начало было положено в детстве. Все это мне очень напоминает Владимира Сорокина, писателя, который ровно так рассказывал о своей жизни, как все из детства. Да и вообще, наверное, все искусство человеческое как-то родом из детства, так сказать. И эти кошмары не проходят. Вот уже годы прошли, уже 13-14 год. Время от времени он пишет подобные же вещи. А знаете, когда такие работы вот видишь, так уже к деталям там хочется приглядываться, уже как-то откуда, что это за персонаж, что ребенку вообще в голову может прийти. Вот эти какие-то кошмарные люди, вот он тут спит и так далее. И уже совсем свежая работа, примерно 19-го года, к сожалению, название ее я не знаю. Она уже мрачная, там не просто ребенок, значит, было что-то совсем невеселое. Когда вот какие-то люди вот такие, которых мы потом, многих из которых мы узнаем в других, так сказать, вещах, у них свой праздник жизни какой-то гнусный, но они, видите, тянутся к ребенку. То есть что-то там было и не очень хорошее, не только такое более-менее романтическое. То есть тема детства, она была сильная, и она не оставляет его до сих пор. А вот одна из самых теплых работ, это когда я сам, единственный раз я виделся с Василием, это был 12-й год, вот он показывает вот эту работу, очень теплую, называется «Мои родители» 2009 года, где вот ребенок сам, вот кто-то летит, а вот он сам, по-моему, тут его взгляд, как бы сказать, показывает с какой любовью, а уже не было родителей живых. Вот он, тоже здесь концепция контраста и так далее. То есть это просто очень такая сильная, мягкая работа. Теперь вот эта тема огромная, как Шульженко изображал свой, так сказать, родной народ. То, за что он получил огромное количество критики, претензий, ненависти и так далее. То, чем он стал, вообще говоря, знаменит, хотя он должен быть знаменит далеко не только за это. Народ, так скажем, я условно разделил на две части. Одна – это, так сказать, простой народ, а другая – продвинутый. Ну, более, ну, к ним и перейдем. Вот здесь более-менее А – простой народ, Б – здесь нет никаких, так сказать, нереалистичных вещей. Здесь все более-менее реалистично в этой подгруппе картин. Вот эта работа 87-го года, она, так сказать, одна из самых первых такого рода. Это очень все непредвзято. Это, я бы не сказал, что это, как сказать, так уж все. Это, тут элементы такой стилизации, упрощения, чего угодно. Но чего здесь точно нет, нет никакого украшательства. Так не писали, так сказать, в соцреализме не было положено так говорить. То есть народ очень уж выглядит как-то непривлекательно. Но пойдем дальше. Вот такие персонажи его обуревали в то время. Еще есть 2-3 работы. Вообще надо сказать, что я далеко не все его работы привел. Я думаю, 2/3 здесь где-то есть, а около трети или, может быть, ну, 25% отсутствует по разным причинам, или я не знал, или не знаю их, или они более-менее повторяют другие. Значит, вот он никогда не служил, но вот эта картина, связанная с солдатами, она уж настолько противоречит бодрому образу солдат советской армии, и настолько она соответствует моему вот личному опыту. Я все-таки год прослужил после армии. Вот так оно все и было, какие-то вот эти, ну, я бы сказал, рожи, которые, как бы сказать, смотрят никуда, ни о чем не думают,
действительно не о чем. Тупеешь невероятно быстро. И вот так вот мы и жили, я помню. Так что эта картина для меня многое чего значит. И как и эти две. О чем вообще солдат думает? Он думает о поесть, о поспать и об, как сказать, сексе, которого нет и не предвидится. И это все чрезвычайно мастерски вот в этом его режиме, в этих его картинах передано. Он совершенно четко понял, что, видите, что за секс. Женщина такая же, как бы сказать, неестественная, как и эти, в общем-то, две, как и сам солдат. То есть это все ненатурально, это все... То есть такие картины высокой степени выразительности, заторможенность и желание в одном, так сказать, образе на фоне таких упрощенных пейзажей. То есть эти работы очень активно цитируются. Я их встречаю постоянно то там, то здесь. Я думаю, людям это близко. Тем, кто служил, а поскольку в Советском Союзе все служили, так все думают, наконец-то человек понял, что к чему. Ну, вот такие вот героини, купальщицы, 88-й год. Вообще, надо сказать, что это довольно типичный для него образ изображения обнаженных женской натуры, так сказать, и в те годы. Но обратите внимание, то есть здесь есть элемент такой, ну, чуть ли не механизации. То есть это такие упрощенные женщины, пышные формы, отсутствие, в общем-то, чего-то там другого. Но... Вот это вот удивительно. Вот видите, как подана природа. Вот этот холм, а здесь река течет, непонятно, то ли она вверх, то ли снизу вверх. Такого, в общем, иными словами, не бывает. А у него бывает. Вот эта концепция изогнутой земли здесь ясно видная. И тем самым люди, в данном случае вот эти три девушки, выставляют себя, как бы сказать, на показ на земле в целом. То есть происходит сближение, так сказать, двух совершенно разных вещей. Этот прием он часто использовал, и он инновационный сам по себе. А вот уже более, вот это уже типичные шульженковские персонажи, как бы его вот и знают. Называются приятели, мужики, ну вот такие люди. Но я таких видел в очень большом количестве. Судя по публикациям, очень многие видели точно так же, ни малейшего приукрашивания. То есть не скажешь, что они какие-то, я знаю, уродливые или какие, а вот такие они и есть, вот такие вот ходят, недоверие какое-то, вот какая-то такая упрощенность. В общем, все это очень здесь характерно, вот они такие и есть. Это одна из известных работ «Ночь на вокзале». Жуткая картина, если разобраться, это инвалиды, вот помните коляски тех лет. Я их хорошо помню в детстве, вот эти коляски, и вот таких, но я потом уже их не помню. Это наверняка к 1988 году не было, но, может быть, я и ошибаюсь, может, в Москве это и было. Но как бы там ни было, очень сильный контраст. Вспомните подобных героев у Дикса, например, у него полно инвалидов, но никто из них так весело не смеется. Вот уже некое отличие, так сказать, немецких инвалидов и вообще гнева Дикса против, как бы сказать, понимания ситуации со стороны Василия Шульженко. Вот эта работа одна из таких. «Пастух», как вам нравится, тоже, видите, земля такая же круглая, он также улыбается, зубов, правда, нет. Но элемент такого устрашающий такой здесь в этом «Пастухе». А вот одна, это по размерам самая большая его работа. Вообще, надо сказать, что Шульженко очень любит крупные форматы, порядка 2 на 2 метра, но здесь 2,40 даже на 2. То есть это самая крупная работа, и она одна из наиболее таких, ну, мрачных и жестоких. Стиль его менялся потом, но здесь вот это, так сказать, какая-то брутальность жизни показана предельно ясно. Это тоже одна из таких очень цитируемых работ. И здесь особенно, так, нет, по крайней мере, кажется, печально то, что... Не то, что печально, но вот элемент этой самой брутальности добавляется, что похоже, что вот этот бык, который оборвал цепь, он хочет вот залезть на эту корову, но разве что ему дадут, то есть уже даже перед убоем радоваться не удастся.
Вот эта работа очень такая, вот ее можно назвать очень сатирической, так сказать, на проселочной дороге или по проселочной дороге. Видите, как все сделано. Опять земля убегает из-под ног, все приподнято. Ну вот это совершенно так, видел я таких лиц полно, и таких лиц я видел полно, и никто никогда все это не изображает. Спидолы тех лет вот у него в руках, и они идут, и идут, и в общем, это мрачное зрелище для строителей коммунизма. Вот эти строители, так бы сказать, были выкинуты. 89-й год, это самая перестройка, все вокруг, а они вот так вот идут, не знаю куда. Ровно как эти ребята, примерно так же. Но не могут ему простить, что вот он пишет тех, кто на улице, реально. Женщина там с этим вином, мужики вот такие алкоголичные. Ну, алкоголь там вообще играет очень большую роль. Вот это очень такая хищная. Здесь можно не увидеть вторую. Вот видите, справа внизу вторая фигура. А эта фигура, вот так ловится рыба. Легально, нелегально. Тут интересен контраст между большим миром, вот эти странные его горизонты, нарушение перспектив, эта река уходит как куда-то, а контрастирует с мрачными живыми существами, которые по этой природе ходят и какие-то свои интересы преследуют. То есть, ну, аналогичных образов просто не было создано другими художниками. Вот это одна из очень сильных работ, называется «Драка пастухов». Он про нее слышал, он понятия не имел, он не знал, дрались. Разговор был, что вроде бы два пастуха подрались кнутами, казалось бы, как можно. Он изобразил совершенно необузданную такую ярость двух, в общем-то, диких людей, которые вот так вот дерутся, что, как, ну, то есть, в общем, хорошего ничего нет. А коровки там сбоку где-то вот бегают. Вот эту картину тоже очень многие цитировали, как, ну, это абсолютная зарисовка с натуры. Если в драке, так сказать, пастухов можно увидеть элемент придуманности, так это как сфотографировано, с одной деталью. А вот Ленин, мне тут нравится, как Ленин подан. Значит, ну, во-первых, всем плевать на Ленина. Вот он стоит и писает, да? А этот и так далее. Но Ленин такой же насупленный, такой же мрачный, такой же сугубый, как вот эти персонажи. Вот эти два лица вообще похожи. То есть это такая картина сквер, это же сквер как? Культура и отдыха, вот такая культура, вот такой отдых, вот такой вот Ленин. Это самая, наверное, знаменитая работа Шульженко, может быть, многие из них ее видели, называется «Сортир», 91-й год. Но этот сюжет я лично не видел, я видел, некоторые художники изображают подобные действия, но куда более пристойном виде. Такого вот сортира никто больше не изображал. И вот эта надпись, вот эта цитата уже из самого Шульженко, он говорит: я в этом мире плаваю, то, что делаю, вполне позитивно. Даже на картине «Сортир» я хотел сделать подпись. Здесь был, точнее, здесь Василий Шульженко. Чистая, чистая правда. То есть все мы, наверное, были в таких... Отвыкли, правда, живя в Америке, но вот... И что кто-то здесь выпивает... То есть, иными словами, чисто, и вот эти все фотографии с этими делами, это все ровно так и было. Но что удивительно, вот в чем его талант, как всегда, проявляется в мелких деталях. Видите, не случайно здесь церковь, он еще и показывает второй план. Не только, так сказать, низ, но и верх. Эти планы совмещаются, здесь вот церковь, а здесь вот такой вот сортир. Что интересно, они никуда из жизни российской не ушли, что мы потом, кстати говоря, увидим. Вот одна из очень сильных тоже работ из этого цикла называется «Спящие». Ну, в общем, тут что комментировать? Река, вот опять такой закругленный, куда-то плывут, куда-то спят, изможденные, потухшие люди в бедной одежде, без всяких. Вот вопрос, глядя на такую картину, вот что он здесь изображает? Он ненавидит свой народ, как его очень многие, так сказать, как многие считают, или он жалеет свой народ? Это все-таки большая разница.
жалеть и ненавидеть. Здесь можно интерпретировать и так, и эдак. По его собственным словам, американцы очень жалели, почему и покупали в свое время его работы. Для них это было полнейшее открытие. Они покупали, жалея, они считали, что надо вам срочно помочь. А если вы помните, и помогали. Ведь в начале 90-х годов была знаменитая помощь там, окорочка Буша и все такое прочее. Потом потихоньку выяснилось, что тут не только жалеть надо, но еще и бояться, например, надо. Или там понимать, что все не так просто. Не просто пожалел, а вот он тебе из благодарности чем-то ответил. Но вот такой вот сложный, амбивалентный образ народа никто, кроме Шульженко, насколько я знаю, не создал. А он создал, и неоднократно. Это тоже очень популярная картина, называется «Пивная». Но тут комментировать особо нечего. Ну, таких уж точно мы видели. Лица, так сказать, вот пропитые. Народ пьет, курит и так далее. Ничего хорошего эти лица не обещают. Вот более мягкий образ. С большим интервалом по времени он возвращается к теме сбора грибов. Ведь сбор грибов – это типичное такое русское занятие. Они собирают в Америке, ведь этого нет. Здесь мало кто собирает, а русские – это очень типично. Но посмотрите на это лицо. Это тот же персонаж, разделенный сколько? Это получается 15 лет, да, между ними. Он вообще очень любит повторять свои персонажи на разных работах. Вот это как раз та работа, которую я увидел на мольберте, когда пришел. Она тоже большая, по-моему, 2 метра в высоту. Все очень сильное производит впечатление, когда смотришь на оригиналы. Между прочим, обратите внимание, что когда надо, он совершенно мастерски изображает. Лес, пруд, все, что хочешь. Ты не видишь диссонанса. У него нет цели что-то там намалевать в одном месте, в другом. Он все делает исключительно качественно. Раньше, он говорил, он одну работу мог сделать, скажем, за неделю. Но уже долгие годы он говорит, что примерно месяц уходит на один холст. Это большая работа. Но мы вернемся к этому вопросу потом. Вот такой жанр. Мужики и нимфа. Ну и это такой вот тоже из области его придумок, так сказать. Встречается персонаж. Этот, значит, вышел пописать. Заметьте, что мимо туалета. Туалет тоже ведь есть. Ну, почему бы не тут, на улице? А тут ему кто-то являет. Ты же умер. И поди пойми, умер, не умер, как говорится, лишь бы был здоров. Ну, в общем, элемент такой вот мистики. Или здесь. Тут уже тоже не вполне, это не чистая картина в духе. Вот, два таких испитых мужика, да. Но чтобы между ними вот эта красавица сидела, такого все-таки не бывает. Ну, тем не менее, я в этот раздел поместил, так вот он видит народ. Окей. А это более реалистично, но тоже с элементами, конечно. Это сильная работа, ведь вы посмотрите на эту реку замечательную, купаешься в Томилино, но река какая совершенно кошмарная, тут завод, то молодые, но какие-то, черт его знает, какие-то дубовые тела женские. То есть это... Веселья большого нет. Это не какие-то красавицы в АТО или кого-то еще. Это нечто такое крутое. Это одна из самых мрачных, на мой взгляд, работ. Здесь уже человек показан на уровне, ну, я не знаю, полуживотного. Он где-то урвал эту голову. Разруха. Тут, вот, видите, эта машина, что он с этой головой. Посмотрите, сколько радости изображено от того, что он нашел ее, а это 2006 год, он изображает деревню совсем недавно. И я уверен, что, в общем-то, конечно, он придумывает, но персонажи не исчезают. Или вот эти мрачные ребята, называются гонки. Ну, вот такая упертость, сигарета, суровость и так далее. Довольно, ну, типичные такие русские черты. Или вот эта работа, «Завтрак на траве». Так сказать, вспомнил Моне, да? Вот, но немножко другой тут «Завтрак на траве». Да, значит, похоже, но это тут уже приближается она к сюрреализму, какие-то вот эти элементы, корабли какие-то загадочные и так далее, и так далее. Но если кто-то будет сравнивать французский и русский вариант «Завтрака на траве» с обнаженной женщиной, то, как говорится,
заметьте 10 отличий. 10 отличий легко будет найти. Совсем поздняя работа, пляска. Вот эта женщина, похоже, прибыла откуда-то из городских, так сказать. То есть здесь смех. Ну, в общем, такая вот веселая. Она, может быть, не такая органическая, эта работа, как другие, но что есть, то есть. А вот эта странная довольно работа совсем последних лет, 17-й год, называется «Цунами». Мне не удалось с ним поговорить вот про эту и еще про некоторую работу. Не очень ясно, что он хотел сказать. Здесь какие-то странные ассоциации. Мне сказали, что в России тоже есть какие-то нудистские пляжи, но если так, так то, что он изобразил, это соответствует его же представлениям об одетых людях. То есть в раздетом виде ничего лучше не стало. Но самое здесь интересное, вот это цунами самое, вот эта волна, вот видите, она идет. Я не вижу здесь, как бы сказать, трагичности, что вот скоро она накроет. Но это странная работа, к тому же не очень высокого качества. Даже мне сложно прокомментировать, но вот такая, в общем-то, странная работа. А вот к вопросу об удобствах. Работа так и называется «Деревенские удобства», и она последних лет. То есть там, в общем-то, так ничего не изменилось более-менее. В деревне удобств не было и нет. О чем Василий Фурженко твердо засвидетельствовал. Теперь другая серия. Вы поймите, эти серии работ, видите, они протянуты по времени. Это не его серия, он не пишет как таковыми сериями. Он к одним и тем же образом возвращается раз за разом, с годичными перерывами, меняя что-то. Я условно это назвал кентавромахия. После тавромахии, я уже забыл, по-моему, даже не помню, то ли у Гоя было, то ли у Пикассо, у кого-то, кажется, была такая серия. Но неважно. Вот кентавры – это какое-то сочетание уже народа и чего-то такого не очень естественного, каких-то мифических существ в разных порциях, в разных видах. Вот давайте посмотрим. Вот, например, вот это – леший и пастухи. Здесь очень… Видите, это леший. Он такой дружелюбный парень, вышел из леса, но умеет играть на гармошке. Сам совсем-совсем как мужик, такой же, вот, как и все, но вот леший, однако. Это очень любопытно. «Видение Кольки Рыбина». Это удивительнейшая работа, исключительно тонко сделана, я имею в виду по мастерству прописки. Ну, видение ясно, довольно-таки пьяное видение. 92-й год, он уже побывал, сам художник, в Америке. Вот он уже может нарисовать такого черного какого-то персонажа. Ну, вот у него тут женщины, все. Ну, это, конечно. И вот если приглядеться, какие-то тут уродства. В общем, пить вредно, так сказать. Но это сильный образ. А вот это одна из двух-трех, наверное, вот наряду с сортирами, думаю, это самая цитируемая работа Фурженко «Катание на кентавре». Это действительно очень мощная такая работа, то есть человек становится кентавром сам по себе, его девушка, так сказать, готова на нем посидеть, этот готов на нем выпить. Вот этот персонаж, по-моему, из сортира и перекочевал, он там уже был. Есть такой хороший поэт Андрей Черненко, который целую книгу издал большого формата «Божьи твари», где на обложке это. И он вообще, вся книга иллюстрирована исключительно картинами Фурженко. Он спросил разрешения у Фурженко, тот ему разрешил, и вот этот Черненко, он использовал эти работы. Но вот видите, он именно кентавра, это значит, а стихи там неплохие, то есть эта работа очень, как бы сказать, задевает, видимо, душу людей, она о многом говорит. По сути, это ведь кентавр, это все-таки такой человек, как конь, да, это довольно дикое существо. По греческой даже мифологии, там они могут быть добрыми, но их же надо приручать, у них все время дикое борется с человеческим. И этот образ не случайен у Фурженко, причем он у него не один раз случается, то есть он знает, с кем дело имеет.
А вот смотрите, тот же пастух, которого мы недавно видели, но изображенный как сатир, опять же, опять та же идея. Та дикая драка здесь превратилась в концепцию зверя, так сказать. И это производит очень сильное впечатление. У него аж немного начинает вставать от того, что он озлился. Знаете, бывает такое, когда там неожиданно это возникает, там без всякой вроде сексуальной темы. Это одна из самых ужасных, я бы сказал, его работ. Его работы на самом деле можно использовать как антиалкогольную пропаганду. Я боюсь, что ее алкоголики используют наоборот, в поддержку своего образа жизни. Но вдумайте, что здесь происходит. Видите, дедушка, поедем домой. Дедушка абсолютно упилкой. Этот мальчик несчастный, так сказать, и хочет. Кто его услышит? Посмотрите на эти рожи, тут кто-то там это, на этих женщин. Опять же, такого не бывает. Ну, допустим, я не думаю, что какие-то там такие уж оргии были, что здесь раздеваются женщины, там какие-то старухи, все. Но в совокупности это производится, вот посмотрите на эти лица, и видите, здесь лицо уже стало, по сути, обезьянным таким лицом. То есть здесь уже перемешивание разных, так сказать, ну, миров, и выдуманного, и настоящего, но общее впечатление такое очень сильное. Поедем домой. А нет, дедушка не в состоянии поехать. Да вот такое вот веселье. Это то, чего ты хочешь про русский народ. Это то, чего ты про него думаешь. Так, может быть, да, можно сделать мьют? Окей. Вот другая работа. Я получу потом полностью. Так вот, другая работа. Извините, я не понимаю, кто разговаривает, но, может быть, вы попросили потише. Другая работа называется «Дорога», очень сильная дорога. Здесь очень сильно, видите, двое ребят понятны нам, они там упились и так далее, а между ними, значит, вот такой же вот парень с копытами, то есть такой же, так сказать, леший, или я не знаю, как его назвать, абсолютно ничем другим не отличимы. То есть вот так, если взять по лицам, так они неотличимы, только здесь чего-то такое. То есть вот эта вот идея совмещения дикого и недикого, особенно в пьяном виде, она у него очень сильна, и она производит, конечно, сильное впечатление, за что, опять-таки, многие его называют русофобом и так далее. Ну, хотя себя он абсолютно таковым не считает. А вот мирный вариант. Леший в гостях у крестьянина. То такой был леший как бы агрессивного вида. А здесь он очень мирный, такой вот печальный крестьянин. Грибы собирал, помните, этот же человек. И вот к нему леший заглянул на огонек, и вот он играет. То есть разные формы взаимоотношения этих существ и людей. Вот другой жанр. Одна из интереснейших работ и удивительных работ «Двое и Амур». Вот посмотрите, что сделано здесь. Это тонкая грань между тем... То есть, с одной стороны, это какие-то опустившиеся, испитые вроде бы люди. С другой стороны, можно допустить, что между ними какое-то искреннее чувство, так сказать. Но слишком, правда, ее лицо какое-то такое не располагает. Скорее, оценивающее такое, чем искреннее. Ну и самое здесь забавное, это, конечно, фигура Амура. То есть, Женка совершенно переиграл классического персонажа. И получилось нечто такое небывалое. Амур сам, значит, не молод и спит. Но самое это удивительное, что, может быть, он стреляет все-таки теми же стрелами любви. И опять же, смотрите, церкви. То есть это такие странные отношения человека человеческие, человека нечеловеческие среди вот такого пейзажа на голой земле. Понимаете, как хотите. Другая линия, значит, сочетание, совмещение живого и мертвого, пастух Николай и скелеты. Это все-таки надо иметь, ну, очень хорошую фантазию. Вот я вспоминаю, уж сколько скелетов в классической живописи изображалось, но как?
они все время там были символами, скажем, смерти, там были ванитас, целые циклы были и все такое. Но в таком вот духе скелет как элемент повседневной жизни, некое странное стадо и пастух, так сказать, такой типа дяди Вани, простой парень, который вот погоняет, и вот его, видите, собака, вот это же тоже скелет то ли динозавра, то ли собаки, тут сразу не поймешь, который помогает ему. Это вот эти совмещения двух планов производят, и птичка тоже в форме. То есть тут тоже опять можно придумывать все, что хотите, от Фрейда начинать, и, может быть, и нет. И вот это вот в простонародном таком духе. И, наверное, еще сильнее это на этой работе отражено. «Пастух и его стадо». Сравнительно поздняя работа. И вот среди его стада попадаются существа абсолютно разных пород, в том числе, так сказать, русский пастух, но в стаде там, кто хочешь, это слон, похоже, это жираф, там, я не знаю, это вообще какой-то бегемот, и это какие-то, может быть, динозавры, или, ну, трудно мне сказать. И вот так вот они идут, куда идут, чего идут, зачем это стадо пасти, чем его кормить. Это очень многозначительные работы, которые приходят в странную голову Василия Шевченко. Вот одни из более последних, опять кентавромахия, так сказать. А вот эти две работы, они, опять же, совмещение чего-то кентавроподобного, как видите здесь, и совмещение женского красивого, и на этот раз более-менее осмысленного тела. Ну, то есть тут нет той, по крайней мере, деревянности, которая была у тех женщин, и вот этот птеродактиль, мезозойская леда называется. Ну, это, может быть, подчеркивает идею, что, грубо говоря, неважно в каком времени, что и как. Ну, а если вспомнить миф о леде, это же все-таки ледой овладевал Зевс в виде лебедя, да? Ну, а вот тут, может быть, вот такое может существо. То есть тоже восходит более древние, как говорится, корни, чем у Зевса. Ну, хорошо. Вот это такие, потом условно цикл работ большой и очень серьезный, который я условно назвал «Состояние и положение», просто за неимением, как бы сказать, вариант был такой, метафоры просто. Это наиболее метафоричная его работа, где он в одном образе сконцентрировал очень высокую степень, ну, нагрузки, напряжения. Вот то как раз, что я и говорил в самом начале, когда я говорил про интеллектуальность. Здесь это еще не так видно. Пейзаж с гипсовыми фигурами – это ранняя такая работа 1988 года. Но в этом что-то есть. Вот это сочетание какого-то кошмарного пейзажа, но и фигуры нечеловеческие. То есть это мертвое с мертвым, но в странной комбинации. А вот эта работа, она абсолютно метафорична. Стремящийся. Вот это сочетание названия и изображения – это совершенно блестящая символика того, особенно, что вообще происходило во все годы советской власти, стремиться. Куда же ты стремишься с голой задницей? Ну вот к этому домику тащит. Но я считаю, что все вы прекрасно понимаете, что здесь имелось в виду. Это очень мощный символ, ну, не знаю, и перестройки, и многих-многих лет до перестройки. Огромные усилия, почти непреодолимой крутизны склон. А ради чего? А вот притащить вот эту там. Значит, такая очень печальная работа. Это одна из самых сильных вообще его работ. Вообще говорит о России чрезвычайно много. Называется «Упавший». И многие, конечно, отметили ее, что, в общем-то, народ упал. Ну вот, глядите, что происходит. Значит, пейзаж перекошен, мужик в прострации лежит, напирается руками туда-сюда. Очень мощный символ. И опять же, церковь на горизонте, вот духовность-то, вон она аж какая. Ну, как-то что-то все не заладилось, как-то оно все вот не так, вот упало. Да, вот подняться трудно, и похоже, он и не поднимется.
Понимаете, каждая из работ, вот такого класса работы, каждая из них достойна, ну, она же может вызывать бесконечные ассоциации, просто не могу на всем останавливаться, но вот это одна из таких очень уж емких работ, что такое, как он видел свою страну в целом, так сказать. Это более локальная такая, ряженая, но эти ряженые какие-то невеселые, мрачные, помните, Бахтин, Карнавал, там все-таки веселье. Здесь как-то я его не вижу, здесь скорее угроза какая-то чувствуется, какое-то веселье при необходимости, конечно, в пьяном виде опять и так далее. Вот одна работа, которая очень активна, тоже, кстати, она в Нью-Джерси, как еще некоторые другие. Значит, вот эта работа, которую часто используют в политических целях. Я видел несколько статей, где ее там придергивают. Вот Россия, распятая Россия, которую Шевченко изобразил. Но это очень мощная работа, она большая, может быть, она тоже больше 2 метра в высоту. Он, ну, сам потом комментировал, что он не имел в виду никакую Россию там. Для него это некий сон, некое вот видение. Он все время склоняется, значит, но вообще-то аналогии с той картиной Брейгеля, которую я вначале показал, очевидны. Помните, там тоже человек, вот, похоже, что женщина занимается тем же, что и Брейгеля, тоже святотатственным образом здесь страдает привязанной, а здесь люди занимаются чем? Выпивают они. Вот надо было мне увеличить, тут кому не видно, это он разливает. А вот бутылка, это уже отдыхает, так сказать. А потом обратите внимание на колоссальное несоответствие размеров. То есть распятый огромен по сравнению с людьми, хотя они же рядом. То есть эта картина производит чрезвычайно такое. И на фоне все это огромные панорамы, рек. То есть это какое-то совмещение абсолютно разных планов. Вот безграничных просторов, безграничного мучения и самых низменных вещей одновременно. Это символ высокого ранга. И вот не случайно, например, на книге Ерофеева эта картина изображена. Я уверен, еще где-то там у людей, которые знают, о чем они пишут. Вот две вещи, связанные, как бы сказать, с игрой на гармошке. Значит, один гармонист поет, как ни в чем не бывало, пристегнутый к кресту на церкви, а другой летит и поет. Вот этот полет, конечно, очень красноречивая вещь, такое русское отчаяние, так сказать, горено все огнем, гуляй, так сказать, все. И еще сильнее, а здесь аналогично. Вообще вот эта игра Шульженко с церковными символами, она, конечно, на грани фола, особенно учесть, ну, вот в современной России, где там они же буквально вчера или сегодня вышел какой-то указ, говорящий о том, что вот Россия – это страна такая богобоязненная, а вот вокруг ее окружают безбожники, то есть они пытаются играть на такой религиозной какой-то тематике. У Шульженко в этом смысле, конечно, все такое на грани. Он не акцентировал никогда эту тему, но вот по этой работе по-другому видно, что там тоже не так все просто. А еще сильнее здесь. Это вообще великая работа, на мой взгляд. То есть вот такой, вот видите, полет, ведь полет, вот у меня, когда мне снится полет мой собственный, это всегда, это абсолютное ощущение счастья. Я никогда не испытывал вот такого. Я не знаю, что испытывает Василий Шульженко, ему тоже, наверное, снились сны про полет. Но вот если он может так изобразить летящего человека, это все-таки удивительно, это очень своеобразный способ. То есть и в полете какое-то вот это, вот это вот, вот на все наплевать, это какой-то крайне-крайне выразительный образ такого странного существа. Другая работа «Сусанна и старцы», знаменитейший библейский сюжет, посмотрите, как выполнен. Я извиняюсь за то, что качество некоторых репродукций не очень хорошее. Вот здесь я вижу, как-то оно не очень четко. Но поверьте мне, далеко не все его работы просто можно найти в хорошем качестве, к сожалению. Понять-то здесь можно, но, конечно, работа большого размера. Вот.
Вот видите, все искажено, все, что можно. Сюжет остался, а все больше из Библии ничего нет, начиная с того, что Сюзанна никакая не красавица вообще, что за странное такое, это какое-то такое русское издание, что ли, что у нее за целлюлоидные, так сказать, ягодицы какие-то, и эти два старца какие-то совершенно гнусных, уродливых пропорций. То есть это такая работа, конечно, тоже веселого тут очень мало. И, конечно, главный акцент не на Сюзанне, на ее, так сказать, подвиге там, а на старцах хищных и гнусных. Вот одна из самых удивительных его работ, на мой взгляд, по качеству исполнения. Вот, по-моему, это шедевр в живописном, так сказать, аспекте. Называется «Предательство». Но вот посмотрите, вот здесь более-менее качественная вот эта вот репродукция, но расплывчатые, к сожалению, эти детали. Но посмотрите, как прописаны все эти люди. То есть он очень далек от того, чтобы просто намеками говорить о чувствах. Он их изображает. Это высочайший пилотаж. Я массу, да и все вы видели массу работ, связанных с предательством Иуды и так далее. Но вы видели где-то такое лицо, такую вот, такой уровень ненависти, или вот это лицо. Вот посмотрите, насколько это все мастерски делает. А он же никогда не работает с натуры, у него нет модели. Это все из головы берется, это все придумывается. Ведь многие художники так и не могут просто. То есть это очень разные. То есть искусство живописи, конечно, совершенно такая своеобразная вещь. И, как видите, он, опять же, очень мудро не стал заниматься изображением лица Христа. Но зато вот вспоминается Брейгель на эту же, ой, Боск писал на эту же тему, да? Но такого у него нет. Там у него гротескность. Но такого мастерства, безусловно, в изображении лиц там нет. Да и вообще я не помню у кого. Может, я ошибаюсь, но вот мне хочется найти в классике нечто подобное, пока что я, кажется, не нашел. Нарцисс. Тоже о выигрывании мифологического образа. Особенно, ну тут, конечно, сплошная, так сказать, пародия. Вот здесь какое-то полукомичное производит впечатление, а здесь совершенно трагичное. Нарцисс этот, так называемый, с таким своим лицом, значит, красивым в кавычках, куда он смотрит? Он смотрит в абсолютно грязную воду с какими-то банками, с чем-то. А вот так можно себя узнать. Но это высшая форма, конечно, сатиры, издевательства, гротеска на фоне этих заводов и так далее, и так далее. И, конечно, у него это все резко выходит за рамки, как вы сейчас сказали, экологического протеста. Абсолютно нет. Вы видите, это же у него все органично. Тело, лицо, вода и пейзаж органичны. И здесь они все органичны, поэтому здесь как-то комично, а здесь трагично, потому что разные вещи. Ладья Харона. К сожалению, не было у меня, там она из двух частей состоит, вот такой вот Харон. Русский вариант, прямо от стен Кремля, эти души несчастные он куда-то переправляет, прямо, я так понимаю, по Москве-реке. Ну вот, местная специфика. Харон мы уже вроде бы его увидели. А вот и он, Харон ожидающий, того же года рождения. Тут он поджидает. Тот же кадр. Приходите, перевезу, дорого не возьму. Изгнанные из рая. Похоже в какой-то мере сюжет, но тут самое забавное, что называется раем, а вот то, что за спиной. Но раем является, так сказать, это какое-то гнусное там болотце с грязной водой, это какие-то там, какие-то, так сказать, изображения, а вернее здания полуразрушенные. Это называется раем, а вот этих два бедных существа из него и изгнали. Тоже, так сказать, нетривиальная интерпретация библейских событий. Хоккеисты. Ну, что тут скажешь. Такой вот хоккей. То, что люди играли время от времени всякой фигней
вместо шайбы можно и банка играть. Но так, как они здесь изображены, это, конечно, надо иметь дар Шульженко, чтобы так это сделать. То есть подчеркивается элемент какого-то абсурда. Вообще, во многих картинах, вот это абсурд российской жизни, конечно, спокойно можно говорить, жизни вообще, но на российском материале он совершенно очевиден, типа как вот в этой игре. Чего, зачем, посреди, значит, играют в этот хоккей, да еще и очень активно, аж крик какой-то на этих примитивных коньках. Ну, это какой-то вот апофеоз такой вот бессмысленной деятельности, но выполняемой с каким-то энтузиазмом. Ну, вот немного напоминающее «Пастух» или «Дорога». Тут особо комментировать нечего. Персонажи более-менее повторяющиеся, как вот вы видели. Разве что идея такая, что на дороге все, что хочет, случится, но, правда, хорошего ничего не происходит. А вот все такое же. И роль пастуха, и вот эта собака, которая боится его, тоже не очень понятно. То есть в чем ее роль? И, может быть, он пастух над этими ребятами, над вот которые там. Но это уже трудно сказать. В общем, понимаете, как хотите. А вот это пошли новые мотивы. 2017 год, это уже новый Шульженко, он изменил свой стиль и стал писать в другой манере. Мы столкнемся с несколькими его работами в этой еще более жесткой манере, более пастозной, с большими такими мазками. И, к сожалению, я не знаю названия этой картины. Единственное, что я могу сказать, что лицо вот этого гриба мне сильно напоминает лицо Чубайса. И год этой картины напоминает вот эту. Значит, в 17 году была выставка в НАНО, и вот был Чубайс на этой выставке, который был руководителем Роснано тогда, Василий выступал, вот эта фотография. Я совершенно далек от мысли считать, что это пародия на Чубайса, но похоже, не могу не признать. Если бы знал название картины, я постараюсь узнать, то, наверное, сниму свои гнусные подозрения. Но как бы там ни было, как-то у меня это так вот ассоциировалось. Но я думаю, здесь дело не в том, что это Чубайс, а дело в сеттинге. Вот эти какие-то фаллические образы. И когда говорят, выскочил как гриб после дождя. Ну вот нечто выскочило как гриб, ничего хорошего не выскочило. А здесь еще мрачнее. В этом же жанре, очень мрачном, жестком. И тоже это вот последних лет, две вот этих омерзительных головы, что они означают, к сожалению, тоже у меня нет названия, но это еще круче, вот эти головы, которые растут, так сказать, непосредственно из-под земли, это новая идея, которая пришла ему в голову и которую можно очень по-разному интерпретировать. Потому что ведь одна из интерпретаций, что они не выросли, а что это наоборот вкопанные в землю люди. Но почему-то мне кажется, что обратное все-таки верно. Они символизируют вот вырастание из земли таких вот диковатых фруктов. И вот этот поэт Черненко изобразил эту работу, назвал это «Тошники и удобыши». И он это воспринимает как, вот видите, он пишет здесь, «Сидят они уже ничьи». И так далее, сидят, торчат, что тот плетень у перепаханного поля. То есть это может восприниматься как символ, как бы сказать, неизжитого прошлого, отвратная отрыжка прошлого, а может быть и настоящего, мне сложно сказать. Название, возможно, что-то прояснило бы. Кстати, часто названия у Шульженко играют большую роль. Вот еще две картины подобного жанра, из которых известно только название второй «Голова, летящая в Старосадском переулке». Она, так сказать, такое нейтральное имеет, локальное название, но, учитывая большую отвратность этой личности, ничего хорошего я здесь не вижу. И, конечно, как и здесь. Вот видите, он стал делать контрасты все больше, вот между элегантной. У него, например, была очень большая серия, связанная с такими элегантными персонажами екатерининских времен, тоже там со своей иронией и так далее, и так далее. Но контраст вот с этим персонажем здесь очевиден. И, в общем, это такие сложные довольно
образы. А вот это называется совсем нетривиально. «Жизнь отшельника». Вот посмотрите, как здесь она многозначительная такая. Слово «отшельник» проинтерпретировано крайне своеобразно. Это существо, погруженное, так сказать, в пространство, буквально. Отшельник – тот, кто ушел от мира, живет один, а здесь он живет в земле и кормит. Здесь ирония, само это выражение «жизнь отшельника» не позволяет предполагать, что рядом будет целая куча кого-то, а он их кормит. Очень мрачные мысли ему в голову приходят. Сложно интерпретировать, я, пожалуй, точно не буду, но, как видите, смещение происходит не в лучезарную сторону, так сказать, с годами. А вот это вообще нетипичное для Шульженко работ, называется «Летняя метаморфоза». Я сразу и не понял. Во-первых, женщина изображена, это единственный раз я вижу у него изображение женщины, а более-менее в каком-то таком, ну, эротическом смысле. Это напоминает, ну, тут элемент чуть ли не порнографии, вот эти груди, нетипичны для того, что он изобрел. Но сразу не поймешь, что это вот летняя метаморфоза, это работа 19-го года, это проверено, недавняя, то есть. И от этой женщины, которая не знала, что делает в этом саду или парке, метаморфоза у деревьев-мужчин, так сказать, происходит. Вот тут лицо этого. И вот член, вот он начинает, так сказать, подниматься потихоньку. Здесь это тоже что-то там. То есть, как бы сказать, я не... То есть, это она не очень типичная. Это единственная работа, где я вот усмотрел, ну, какие-то такие эротические коннотации вот непосредственно. Он часто изображает обнаженную натуру, но там другого рода эротика. Но мы еще к этому вернемся. В общем, здесь более такая прямая, что ли, эротика. И еще второе, что здесь не шульженковское, это вот такие, вот знаете, игры, когда деревья становятся персонажами, контурами. Это многие художники так делали, и это для него не свойственно. Дали любил там изображать какую-нибудь вазу и контур лица. Это прием популярный там с 30-х годов, бог знает, может быть, с более ранних. И он Шульженко не свойственен. Здесь он его использовал. То есть я говорю, это странная работа, но мастеру все позволяется. Вот он сделал такую работу. А вот это, конечно, шульженковская. И это, по-моему, очень сильная работа. Мне очень жалко, что я не знаю ее названия. Она тоже свежая. Вот вглядитесь, видите, все эти знакомые уже крыши, Москва. И там вот этот же знакомый персонаж со спины. Что вот он может делать? Он то ли, как бы сказать, уже оправился, то ли собирается. Это тут и смех, и грех, и все, что хотите. Вспоминается большой большевик Кустодиева, который с флагом шагал по Большой Москве в таком вот ублюдочном виде и в одной и той же гамме. В общем, это очень символичная, конечно, работа, совсем недавняя. Хорошего мало. Наконец, есть серия работ, которую я условно назвал «сны», хотя, возможно, все, что делает Шульженко, это сны и есть. И он говорил несколько раз, что, как правило, и мне, и в интервью, и так далее, что, в общем-то, более-менее вот ему что-то снится, он выбирает. Это сложный очень процесс, но, конечно, сон играет огромную роль в его творчестве. Но здесь на тему сна, здесь более-менее понятно, что это сон, поэтому я решился их объединить. Но вот эта блистательная работа называется «Пробуждение», она... Я просто видел какие-то подобные сны, ты просыпаешься в ужасе, где ты проснулся, чего ты проснулся. Ты проснулся, вот еще одно движение, ты упадешь, это, ну, просто очень сильная вещь, и вот, так сказать, такая. Сны, помните, это уже напоминает детские сны, но вот это называется засада. Детские сны перекинулись и на взрослых. Это засада уже для взрослого человека. Эти атланты, а тут, как ни в чем не бывало, дворник подметает тоже для взрослого человека. То есть это такой вот, опять же, контраст между большим, малым, известным, неизвестным на фоне известных, так сказать, вещей. Ну, вот такие работы.
в этом же духе эта работа называется непосредственно «Сон». Это называется «Гулливер». Они, в общем-то, по идеологии схожи. Это где-то середина 2000-х годов. А вот сон другого рода. Это явный сон. Он про это говорил. Ему это просто приснилось. И в этом опять же что-то есть. Вот и мне бы могло присниться. Я тоже люблю собирать. Я представляю, какой бы был классный сон, если бы тебе в руки шли такие грибы. А потом это, знаете, вечная мечта. Вот опять же, наверное, все-таки американцы такой бы сон вряд ли приснился, потому что они о грибах мало думают. А я настолько обожал грибы собирать, когда в лесу оказывался, то я готов был. Вы видите, здесь летают грибы, не только большие, они еще вот летит гриб, вот летит гриб. Это вообще, можно сказать, вот счастливое лицо женщины, то есть вообще какое счастье. Грибы прилетели, так сказать, можно сказать. Так что это такое мастерское изображение народной мечты. А вот эта удивительная работа, она немного напоминает знаменитую картину, опять же, Брейгеля. Кстати, он, конечно, Брейгелю обязан. Во многом этого не скрывает. Он думает о Брейгеле. Он один исключил для него художников, я уверен. И он это говорил. Так что тут ничего удивительного. Это тоже вот работа, которая у нас хранится в Метрополитен. Помните, там спят два человека, но здесь вот они, видишь, слоновое дерево или сон в летнюю ночь. Она свежая, и, к сожалению, даже полного изображения у меня нет, а только два фрагмента, но она такая, в общем-то, сильная. Вот обратите внимание, здесь грибочек и маленький слоник выползает. Не только слоники растут прямо из дерева, но и тут. Что бы это все значило, я не знаю, может, ничего глубокого. Ну вот приснилось человеку, он написал. Теперь другая большая тема. Все-таки он не только каких-то таких довольно мрачных персонажей народа рисовал, но и, так сказать, интеллигенции. Вот этот раздел про нее. Началось рано. Это первая работа тех лет. Что удивительно про эту работу, Гоголь, 85-й год, она могла бы задать целую линию творчества, но не задала. Видите, она написана в совершенно другом духе, нежели все, что мы видели до сих пор. Вот это голубое небо, эти украинские хаты. Вот это вообще, это лирическая очень работа, по сути говоря. Ну, много художников пишут в таком лирическом стиле. И в то время, значит, здесь тоже, конечно, элементы необычного такого есть. Но ведь и Гоголь человек необычный. В общем, это интересная работа. Она стоит особняком от многих и многих его работ. И она давняя работа. Вот эта работа часто цитируется, «Шахматист». Вот вам русский вариант интеллектуала, так сказать. Сидит, играет в шахматы на снегу под этим. То ли его уже посадили, то ли его посадят скоро, то ли что-то еще, то ли нам неведомое. Это совершенно блистательная работа. Я нигде не видел столь блестящей сатиры на вот эти вот знаменитые, вообще на писателей, грубо говоря, на писательские дачи, как вы понимаете, Переделкина. То есть вот эти два персонажа совершенно карикатурные, в них при желании можно чьи-то лица углядеть. Этот толстый мне напоминает немного Чуковского, хотя Чуковский, наоборот, вот такого типа, высокий, но лицо похоже. Ну, я не знаю, но одновременно напоминает лицом и всяких этих его пьяниц более раннего цикла. Но самое-то удивительное здесь вот это. Безоблачная такая прогулочка вот здесь вот, да, по этим. Везде заборы. И какое-то кошмарное чудище встает из-за собаки, значит, лает. А эти даже не замечают. И понятно, на что Шульженко намекает. Да там за каждым забором какие-то трупы, так сказать, скелеты в шкафу. Вспомните, сколько было, сколько убили людей из этого поселка, и сколько они убили людей, как многих они предали. В этом поселке жил Фадеев, который отправлял там, не знаю, сколько людей, так сказать, в Колыму. Жили, ну, не буду, это вся история русской литературы в этом поселке, и вот она вся блестяще совершенно ухвачена в одной картине, на мой взгляд. И обратите внимание, как мастерски Шишкинский лес. А что, посмотрите, он не поленился прописать в идеале листики, все, то есть подтверждая лишний раз, что
ну, ему не жалко тратить время на такие как бы несущественные детали. То есть вот в его работах, что, собственно, меня так больше всего всегда поражало, то, что идея сочетается с очень высоким уровнем мастерства. Это очень большая редкость. Например, Магрит, которому я отдаю как бы первенство с точки зрения изобретательности, он и близко вот этим уровнем мастерства не обладал. Если вы посмотрите на его работу, там этого нет. Вы не найдете подобных вещей просто-напросто. А вот изобретательность там очень и очень много. Эшер на свой лад там, он, конечно, виртуоз абсолютно, но трудно сравнивать. Там графика, здесь. Ну, в общем, вот такие работы, как бы, это, конечно, это вершина своего рода. Когда... Что интересно, он сделал вторую версию этой работы, которая ничем не отличается от первой, кроме одного. Нет вот этого персонажа, скелета за спиной. Так, нет. И вот если понимать и знать первую версию, так ты понимаешь, что он вообще-то есть, только его не видно. Да. Поэтому я решил дать все-таки эту версию. Здесь более, как бы сказать, ну я не знаю, или его попросили. Я, главное, не нашел качественной копии второй версии. Вот картина слева называется «Философ». Смотрите, какая здесь блестящая идея. Напряженно думающее лицо и качели, которые уходят в какое-то небо. Непонятно, к чему они прикреплены, ну, вернее, понятно, что, может быть, к высшим как бы опорам, какие есть. Это, и он высоко над землей, правильно, философ. А вот Диоген, он должен быть в бочке, и он в бочке. Но бочка на советский лад. Это такой обрывок трубы. Забавно, что труба, какая-нибудь газовая, может, нефтяная труба. Но вот сидит босой и так далее. Кинек, одним словом. А эта работа, которая совершенно тонко показывает, вот как еще придумать лучше, вот название само по себе говорит, «Хождение по канату» в 1937 году. Ну, все сказано. Вот этот узкий коридор, видите, как далеко он уходит. То есть лицо интеллектуальное, ошибешься, ну все, тебя нет. Вот так люди и ходили. Архимед, это уже 2000 год. Кто подойдет к нему, кто его убьет, какой римский или русский солдат, здесь не сказано, пока что он рисует, довольный. Наводнение, тоже очень характерная вещь, так сказать. Интеллигенция спасается от чего бы то ни было совершенно неподобающими средствами. Какое-то там корыто из-под раствора, а по все. Куда его занесет, чего занесет, от чего он спасется, непонятно. Портрет художника. Тут не сразу в глаза бросается. Это совершенно классная вещь, потому что здесь вообще не поймешь, а почему, почему художник держит в руках вот это. А вот художник, видите, у него все холсты к стенке, непонятно, что он пишет. Сначала я думал, что это сам Шульженко, потом я думаю, нет, все-таки нет, это обобщенный образ. А вот видите здесь, крокодилы ползают, и вот эта собака, не собака, какое-то существо. А вот видите, крокодил, и здесь второй крокодил. Это какая-то, ну, художник-отшельник в духе самого Шульженко, безусловно. Не все художники такие, но многие. Интроверт, которому все до лампочки, у которого какие-то бытовые проблемы, поэтому он и с этой хреновиной, и у которого в голове какие-то кошмары. Это сильная работа, на самом деле. Гамлет со Стоженки, ну, тут более-менее все сказано, и череп даже пределом, и так далее. Потом мы еще увидим Гамлетов кое-каких. А это две блестящие работы, особенно вот это. Вот я не представляю, как более удачно можно изобразить суть Толстого, как не показав его именно в этом виде. То есть он парит на турнике, который опирается неизвестно на что, он и высоко над землей, и одновременно на земле, потому что в отличие от качелей у турника предполагается земная опора, но он очень высоко и очень напряженный. То есть это абсолютно, это лучший портрет Толстого в идеологическом таком смысле, его неистовость, его убежденность и одновременно
может быть, его, как сказать, ну, безнадега. Вообще-то это безнадежная какая-то вещь. Чего он тут сделает на всей этой штуке? Он каким-то нечеловеческим усилием поднялся. Дальше что, как он опустится? Это очень сильный образ. А Пушкин, конечно, ох, как его за Пушкина ругали. Его ругали, что Пушкин в виде такой обезьянки изображен на постоялом дворе. Мне нравится, но он, конечно же, здесь подчеркивает игривость Пушкина такую. Ровно то, что подчеркивал Синявский, за что тоже Синявского, так сказать, чехвостили за его вот эти прогулки с Пушкиным. Но это не так все-таки глубоко. А вот толстовский образ, по-моему, просто удался исключительно. Вот очень такая сильная работа тоже. Называется «Человек, попавший не на ту улицу». Сами видите, что творится. То есть это человек одного класса, а вот эти все люди другого как бы класса. И вот это всякое... Кто-то доброход какой-то, карлик по виду, его выводит отсюда, а он так смотрит. Ну, в общем... Кто-то скажет, любит Василий изображать вот всякие такие персонажи в толпах, не в толпах. Он всегда считал и, по-моему, считает Эдгара По своим любимым писателем. Здесь он показал Эдгара По в последний момент. Как известно, он был найден в Балтиморе, в месте, где не должен он, в мертвом смысле. Неизвестно, как попал, неизвестно, почему попал. По сути, загадка смерти Эдгара По существует. Здесь обобщенный образ, так сказать, великого человека. Он, безусловно, входит в несколько и моих любимых писателей. Я разделяю тут совершенно. Ну, все тут, ну, окей, вот сами видите, и кот здесь, все это герой. Вот он, ворон, это орангутанг знаменитый, с которого начался детективный роман, так сказать, в мире. Вообще великий был По человек, и вот такая, как это, homage вот он сделал. И вот он продолжает эту тему, ведь та работа была какого? 2010 года, а вот эта работа 2020 года, это одна из самых последних работ. И здесь опять вот этот прием. То есть, видите, здесь сначала он написал вот эту работу по мотивам Эдгара По, у него есть знаменитый рассказ «Король чума», очень мрачная работа, но это, как говорится, окей, это придумка По, а не самого Шульженко. А здесь он оживил эту работу. То есть что-то двигало его кистью, чтобы в 2020 году опять вернуться к этой теме. Смотрите, в более мрачном виде. Здесь не так мрачно. Здесь тело вот этой, похоже, лошади слева. Но, похоже, здесь нет тел людей. Вот есть одно тело человека. Здесь уже люди, кто-то живой, кто-то не живой. То есть это очень мрачный антураж. И вот По над всем над этим со своим знаменитым вороном фигурирует. В общем, как я говорил по другим примерам, с годами нельзя сказать, что что-то более такое лазурное его творчество появляется. Хотя вот те атланты – исключительно светлая вещь, с которых я начал, и древний грек, это сравнительно тоже поздняя работа. То есть жизнь происходит просветами. Up and down, мрачная, может быть, менее мрачная. А вот странная и удивительная работа «Ваше здоровье, мадам». Я был очень все время удивлен. Это речь идет о Натте Конышевой, известной московской художнице. Ну, вот, на мой взгляд, я бы не стал ее помещать в круг вот таких, как... Ну, вот вы видите сами, кто здесь. Там Пикассо, Ван Гог, Гоген, Рембрандт, Тициан, Дали и... Тулуз-Лотрек. И, может быть, и это кто-то, которого я издалека не могу просто понять. И вот сидит эта Натта Конышева исключительно в скромном таком виде. Но те из вас, кто не знает ее работы, могут найти. Я могу лишь засвидетельствовать, что он изобразил ее мастерски. Это был 10-й год, ей тогда было 75 лет. Сейчас ей 80. Вот эта фотография 80. Она очень много пишет в день по пейзажу. Пейзажу, наверное, у меня есть одна ее работа. Не по пейзажу, а по работе. Она, то есть, я не знаю, они, думаю, друзья просто с Василием. По крайней мере, он сделал чрезвычайно лестный такой подарок. Ну, я очень-очень за нее рад, так сказать. А заодно, как бы между делом, написал целую кучу портретов вот великих художников прошлого, как и ее.
При этом публично он категорически открыт. Нет, я не умею писать портреты, нет, я не люблю. В общем, тут он, как это сказать, перегибает. Или мне так кажется. Все он умеет. Вот перед вами портрет Конышева. Чем он плох? Вот из того же жанра, который я вам уже показывал, эти головы. Ну, это сатира, конечно, очень сильная. Голова классика. Особых комментариев не надо. Очень. Но вот куда интереснее вторая. Голова гения, 17-й, так сказать. 17-й тоже год, свежая работа. Да это любопытно. Голова гения, значит, по ней не скажешь, что она голова гения. Скажешь, голова какого-то юнца, там, прыщи и так далее. Но, наверное, то, что он гений, говорит о тех правильных сюжетах, о которых он думает. А думает он, как вы видите, исключительно о вот милых дамах, так сказать, в обнаженном виде. Это разумно, это отсюда все и растет, в самом деле, в любых головах там, в том числе гениальных, ну, вот Эва. Может быть, он этим хотел сказать, что не все дело в том, что на поверхности, а главное в другом. Вот это еще один Гамлет, это уже 18-го года, еще более мрачный, чем те. Это тоже, это сильная довольно работа, она своеобразная. Гамлет абсолютно, видите, у него кроссовки, абсолютный мрак по сторонам, ничего, и машины. То есть это наш современный Гамлет, одетый в те года, мрачность шекспировская, антураж современный, проблемы, видимо, остались. А я не сразу догадался, что внутри вот этой серии интеллектуальных людей можно сделать, можно выделить зону автопортретов. Потом я ее выделил. Вот смотрите. Он многократно себя, не так уж многократно, но изображал. Вот это вакханалия. Тут очень характерно, как он себя изображает. Особенно на этой работе. Видите, он здесь сам по себе в кругу своих героев. Выпивает. Веселится, закусывает и чувствует себя как дома. Это очень характерно. Самые мрачные персонажи вокруг. Вы их всех уже видели выше. Я не буду повторяться. Знакомые лица, кентавр, выпивает и так далее. Другой сюжет. Художник и его герой. Это уже 95-й год. Та работа более поздняя. Вот здесь он тоже, к сожалению, не очень высокое качество. Но тоже абсолютно его герои в обнимку там прилепляются к нему и так далее. А потом уже через 15 лет, или там сколько, 14, он опять написал сам себя более как бы прописано с одним из героев. Это может быть его любимый герой. Видите, он уже здесь был. Это вот он грибы собирал. И вот часто это такой персонаж, которому Василий Сычев. И посмотрите, он как ребенок здесь. И здесь, собственно говоря, это мой ребенок. А это на фоне его собственной мастерской, вот, в которой я был. Вот там, насколько я помню, вот эти работы и висят. Здесь Василий первый раз, пожалуй, показал себя таким креатором, так сказать. Ну, тоже неоднозначно. Но факт такой, что он един со своими героями, что из этих картин не предложено. Он себя не противопоставляет им, он себя не ставит выше их. Это для него чрезвычайно важно. Так он чувствует. Поэтому он и говорит всем людям, что я реалист. Какое там? Ну, гротеск там. Ну, это вот реализм, я так все вижу. Помните опять Гамлета? Вот здесь Гамлет и тень отца, 2013 год. И явно черты Шульженко, это вот оно и есть все. А вот это автопортрет уже, то есть это третий был год, вот эта работа. А эта работа 13-го года. Вот здесь у него уже более такой, во-первых, нет, это уже не тема. Но здесь у него то ли тут юмор, то ли что, здесь более такой профетический взгляд. И ноги босые, и, как бы сказать, пропасть круче. Ну, в общем, не знаю, почему-то он повторил этот образ, и борода более седая. Это я могу понять. Прошло 10 лет. А вот это самый удивительный автопортрет. Называется «Америка». Это вообще удивительно. Это первое, и не считая его вот любимого американца Эдгара По, так сказать, это первая и единственная мне вот известная работа, какая-то рефлексия вот тех
ну, может быть, даже лет, ну, лет не лет, но многих месяцев, которые он провел в Америке. Она удивительна во многом. Во-первых, конечно, эти пейзажи, вот это типичная американская, вот такая башня у нас есть в Фалоне. Эти дома, не поймешь так особо, это то ли Америка, то ли там Россия, то ли что-то еще. Этот персонаж не очень понятен. Но вот эти два лица, так это холодно, мрачно, хорошо одетые, и видите, что это один и тот же человек. Этот белый, а этот черный. Он их изобразил как зеркальные, так сказать, копии, что само по себе очень нетривиально. Это же, ну, не знаю, о чем это говорит, наверное, в его, так сказать. Но, конечно, самое удивительное здесь сам художник, как он себя здесь видит. И это трудно объяснить, вот как он себя здесь видит, как что. Ясно, что это не лучезарное такое восприятие, это какое-то сложное. В руках у него явно нечто американское, это, я думаю, виски, типа Нок Крик. И расшифровать точно, но это очень сильная, на мой взгляд, сильная работа, расшифровать, но это какая-то боль, скорее всего, тут нет никакой легкости, к тому же он раздет. Какая-то сложная работа, может быть, то, что он не знал английский, он действительно не знал, он чувствовал себя голым и беззащитным. Да, там, конечно, были опекуны, но это разные вещи абсолютно, когда ты свободно общаешься, когда ты живешь в русском мире, все мы это проходили. И он это болезненно воспринимал. У него никогда не было никаких отрицательных чувств к Америке. Это я лично знаю. И здесь и они не отрицательные, конечно. Но это не есть комфорт. Это не его страна. Это, я думаю, очевидно. Это вот такое... В общем, это сильная вещь. Я считаю, очень честная такая работа. Наконец, еще один. Это, по-моему, уже последний или... почти последний раздел, который называется «Власть», где я условно сгреб работы, так или эдак показывающие власть одних людей над другими. Я сейчас, извините, я посмотрю на время, сколько сейчас времени. 22. А, ну хорошо, я укладываюсь в 2 часа, это, наверное, терпимо. Вот эта работа, мне кажется, я в статье об этом писал, и сейчас думаю, я не изменил свое мнение. На мой взгляд, это лучшее из всего, что я видел, изображение, самое глубокое, по сути, изображение русской революции. Просто глубже, я не знаю. Слишком много здесь сплелось. Ленин показан как такой огромный герой, куда выше, и голова у него больше, и это все. То есть элементы такой античности в этом персонаже. Но он слеп, да? Шикарно. Люди показаны, ну вот, просто хуже некуда. Полное... Вот посмотрите на эти лица. Полное, так сказать, неверие, полное вот это крестьянское такая замшелость там, ну если не назвать это тупостью. А это вообще напоминает дурака какого-то деревенского, а так рот открыл и так далее. И вот эту толпу повели куда? В светлое будущее. Это просто гениальная работа с точки зрения политического символизма. А вот еще этот персонаж, чрезвычайно важный, вот он. А этот такой же их друг и брат, только с ружьем. Это же какой-то там солдатик. Это он будет уничтожать своих братьев, он будет делать коллективизацию, он будет делать мятеж, уничтожать там в 21-м году Антоновский мятеж, бла-бла-бла. И вот этот вот с закрытыми глазами герой, который до сих пор в мавзолее, вот он, вот эту пустые нищие деревни, вот этих ничего не понимающих людей, а тогда в России было порядка 90% крестьян, и вот эту страну повели в светлое будущее. Мы знаем, чем это закончилось, но никто не смог найти столь мощный образ этой катастрофы, как вот в этой, так сказать, картине. Такое мое мнение. Это довольно странная работа. Она странная в первую очередь тем, что никогда не видел Шульженко такой общей посадки. Видите, светлое небо, что-то такое. Ну, кубизм, не кубизм, но, так сказать, конструктивистские какие-то черты. И я не очень понимаю. Единственное, что может быть подчеркнуть, что это все мертвое такое. И Горький мертв. То есть, они, видите, Сталин жил в гостях у Горького. Они, как известно, его навещали, когда он болел там.
они же, по всей видимости, его и убили. И вот здесь физиономия Сталина, а он тут опять плохое качество, но он так искоса смотрит на Горько, то есть он там думу гадает, у него же все не просто так, у него же все, так сказать, двойное, да, у Сталина. Вот это тупое лицо Молотова, которое тоже было известен, как господин нет, и какой-то там на отшибе. Хорошо, то есть она странная, но более-менее... А про Горького интересно. Они-то посещали, когда он был жив. Но здесь-то показано, он, по сути, умерший. То есть я опять Шульженко не удержался, чего-то такое внести необычное, как во всех его работах. Вот нет, наверное, работы без какого-то, без какой-то подколки, которая сразу как бы в глаза не бросается. Ночь генералов. Ну, совершенно дивная ночь, узнаваемая. 93-й год. Разгар дикой, как бы сказать, приватизации, прихватизации, ликвидации, в частности, колоссальной армии в Германии. Генералы воровали. Сколько я помню, публикаций было, чего угодно, какие-то вакханалии устраивали. И что самое любопытное, видите, вот эти детали. Опять узнаваемые копытца вот у этого диковатого персонажа, который вообще непонятно кто, как бы это не намек на какую-то уже гомосексуальность или черт знает, опять какие-то персонажи с действия, все, что хотите. В общем, те же самые смеси, так сказать, цивилизации и дикости, и разница между дикостью народа и дикостью власти, все-таки тут генералы, как-то абсолютно не просматривается. Значит, все похожие персонали в таком вот гнусном виде. А тут все продолжается. Ночь мафии. What's the difference? Практически нет разницы. Разве что там была одна женщина, а здесь две женщины. Ну и опять, нетипичное для Шульженко вот это утрирование, чрезмерное утрирование. Уж такой злодей прям. Это скорее такой комический, знаете, такой злодей. Это преувеличенное. То есть это как бы вот, на мой взгляд, не... там лучший способ. Ну, мафия обычно обычные лица у них, так сказать. Тут такое злодейское лицо у пахана. А вот эти лица как раз типичные. Вот это могло быть в любых из картин того времени. То есть, опять же, идея того, что народ и мафия едины, так сказать. Народ и армия тоже едины. И вообще все мы едины. Вот это куда более тонкая работа. Конечно, я ее сюда к разделу «Власть» приплел, потому что тут Наполеон. На самом деле у Шульженко целый большой цикл, связанный с Наполеоном. Там очень иронический, очень смешной. И там еще у меня, по-моему, одна работа. Но вот эта работа очаровательна. Называется «Очередная победа Наполеона». И ее можно видеть, это тоже много смыслов, как всегда у него. С одной стороны, первый раз за всю нашу сегодняшнюю вот эпопею мы видим лицо действительно красивой, сексуальной, очаровательной женщины. Ну, в общем-то, это лицо, это не сознательно упрощенные лица вот тех, да, женщин. И грудь у нее вот не какая-то, все исключительно натурально. То есть это такая, это, можно сказать, эротическая такая сцена вполне себе. Если бы не вот эта фигура второго героя, так сказать, которой ничего эротического нет. А что есть? А есть, вообще говоря, контраст такой. Это же, как сказать, он же на нее смотрит ну, никак. То есть это же там у него ни малейшей страсти, он на нее просто смотрит, так сказать. Он хочет одного. А как про Наполеона писали, он так и делал. Типа там заходит робко женщина в шатер, он что-то пишет и говорит ей: раздевайтесь там. Значит, она раздевается, потом подошел, сделал свое дело и отошел. Но как женщина здесь себя ведет, она же символизирует, вообще говоря, Россию вот со всем этим кокошником и полностью расслабила. Она счастлива, она отдается кому? Наполеону лично. У него какая-то комичная подвязка на ноге, он маленький, толстый, по сути говоря, но он Наполеон. И вот этот вот контраст между податливостью русской и, как бы сказать, такой тупой, можно даже сказать, непреклонностью западный здесь очень гротескен, комичен и, в общем-то,
в общем-то, глубок достаточно. Значит, Кутузов и Наполеон. Тут уже два героя той войны. Он, в общем, душу отвел на той войне довольно серьезно. Значит, чаепития которого не было. Видите, как Кутузов взял? Он тут ноги, понимаешь ли, свои лечит. А Наполеон, значит, очумелый, вообще не знает, чего и как. Он такой, значит, напряженный. А это готово уже русскую гостеприимность проявить. Тут, значит, гренадер какой-то французский, здесь русский казак или, ну, не знаю, гусар, может быть. У этого бутылка водки, у этого бутылка коньяка, судя по всему, под названием Наполеон, наверное. И, в общем, так они такие вот беседы вели, как сказать. И тут, конечно, самое интересное – это жест Кутузова. Вот здесь весь контраст между западной холодностью и такой домашностью российской. То есть вот такой расслабленный генерал говорит, ну а как мы знаем, вообще-то ведь Кутузов был тот еще кадр. Там, почитайте последние книги на этот счет. Там, ну, слушайте, тот еще спаситель России, конечно, да. Ну вот, тем не менее, народный герой. И вот эта работа мне очень нравится. Она самая символичная из всех. Здесь Наполеон, как сказать, пытается навести порядок. Вот это самая такая, это, так если вдуматься, это одна из, ну, самых фундаментальных, как бы, проблем. Цивилизация, иными словами, въехала в русский быт. Значит, как видите, его окружают кто? А вот те же персонажи, которые мы не раз видели. Значит, единственное, кого мы здесь не видели, это вот этого, так сказать, солдата, который охраняет своего императора. А Наполеон пытается учить кого? А вот этого кадра. Вот он тут сейчас уже выпил, сейчас он тут вот придет, на улицу кого-нибудь по морде даст. Но Наполеон пытается дать ему урок. Вы помните, была история, до сих пор спорят, но ведь у Наполеона это была идея отменить крепостное право в России. Но потом, когда он приблизился и посмотрел вокруг на крестьян, как они живут, как они, он это свое решение поменял. Вот эта картина, здесь опять смог Шульженко, как примерно в картине, связанной вот с Лениным, что я выше показывал, одной работой, одной единственной, показать очень какую-то глубокую идею, о какой-то фундаментальнейшей несовместимости, о том, с одной стороны, что Европа не понимает то, что происходит. Наполеон здесь, конечно, смешон в своем вот этом указывающем пальце, а с другой стороны, а Россия, она даже не понимает, что ей пытается впарить. Вы смотрите, на него же даже не смотрят, люди заняты сами собой. Какой к черту матери Наполеон? Никто, даже этот на него не смотрит. Никто не, и даже этот на него не смотрит. То есть Наполеон вообще в полнейшем одиночестве. Это как картина такая, очень серьезная. А ты Ленина видел на этой картине? Игорь, вернись назад на секунду. Справа внизу Ленин. Вот этого? Да. Я, пожалуй, видел, но внимания не придал. Я не уверен. Я не обязательно, что это Ленин. Ну, может быть. Я не думаю, что это добавляет что-то по существу. Окей. Я не думаю, что это добавляет, даже если действительно Ленин. Кстати, Игорь, женщина – это та же самая, которая там на других картинах. Она на Я многих много раз вам говорил, очень многие герои. И да, это... но он повторяет многих. Мы видели почти всех, если не все. И этого, я думаю, мы видели и этого, и практически всех. Я так и сказал, кроме этого, так сказать. Это вся пара, и мужчина была, и женщина была. Да, да, да. Он любит это делать. И это придает его творчеству такую дополнительную линию целостности. Как бы герои проходят, они вечны. Это такие архетипы, русские архетипы, которые переходят из картины в картину. Это тоже один из шедевров. Тут трудно, понимаете, с десяток работ Шульженко можно назвать настоящими шедеврами, и это, по-моему, один из них. Название «Направляющий». Вот вглядитесь в это. Я ведь видел таких направляющих. Видите, мужика нет слов. Он не знает, что сказать. Он пытается, покажу там жестами, бла-бла-бла, бля-бля-бля. И вот он так это пыжится. А ведь что тут смешно, что он стоит на вершине какого-то холма, там опять грандиозные какие-то перспективы. И он начальник. А перед кем бы он выделывался? Там же какие-то подчиненные. И вот этот вот начальничек им будут рассказывать, сколько таких было в России, сколько, начиная, так сказать, с 17-го года, когда там
каждая кухарка, да, и каждый вот такой мужик стали управлять государством. Опять же, образ колоссальной обобщающей силы. Я думаю, сейчас все больше эти люди, которые управляют, уже позаканчивали чего-то там. Но, во-первых, я думаю, что где-то там в деревнях и так далее, ровно такие. А во-вторых, самое, как говорится, печальное, что суть многих этих персонажей мало изменилась. Антураж мог измениться, но вот эта дикость, которой дано право повелевать, оно, я думаю, осталось. Не хочу давать комментарии. И это вот на тему власти голова императора. Помните, у нас уже много этих голов набралось из последних лет. Ну, что тут скажешь. Неприятен нам император, но зато, заметьте, его голова на такой колонне, так сказать, похоже, что дорической. Наконец, несмотря на то, что его обвиняли, что он юдофоб и так далее, у него есть серия, не такая уж большая, но работа. Серия, я неправильно, в общем, картины, где абсолютно видно сочувствие к людям, иногда достигающее колоссальных размеров. В целом он к ним беспощаден. Все, что мы видели до того, вообще-то беспощадное изображение действительности. Но это не всегда у него. 88-й год, «Спящие». Эта работа, она мне очень напоминает немцев. Вот у Барлаха что-то подобное есть. Очень нешульженковская, нетипичная, я бы сказал, работа. И очень грустная. Здесь, конечно, явные такие вот... Ну, сочувствие к этим людям очевидно. Это одна из самых сильных в этом плане работ. Одна из самых трагичных работ. Видите, картина называется «Скорая помощь». Но, как видите, эта скорая помощь завязла в снегах. Она и не скорая, и не помощь. И здесь все уже, это вообще, это сочувствие ко всей стране, уже не только к этим людям, которые не могут никому помочь. Это совершенно блестящая работа, символ, как бы сказать, хороших стремлений, которые всегда в России были и есть, и которые не материализовались. То есть эту работу я люблю много лет, и очень часто она мне в голову приходит, что да вот хотя бы возьмите последний роман Сорокина, который называют «Доктор Гарин», если вы его читали. Он хочет оказать помощь, ну а как? Машина застряла, врач смотрит вперед, ничего не едет. Стон. Ну тут комментировать особенно нечего. Это одна из таких... удивительно сильных работ, она более сильна, чем крик Мунка. Надо было мне рядом привести, но они в другом. Это беспредельное такое отчаяние, просто беспредельное, помочь что человеку невозможно. Очень мало в мировой живописи, кстати, вот изображения подобных аффектов. Здесь нет уже ни издевательства, здесь просто боль и все. Вот это более такая, ну, это называется ветеран, это вот ее любят показывать, как бы сказать, такие, значит, патриоты, что вот, что женка. Действительно здесь, ну, вспомните, 96-й год, когда там нищета была, действительно, тех же ветеранов войны не могли ничем обеспечить. Здесь он изображен в самом неприглядном виде, так сказать, и так далее. Но эта работа более такая straightforward, более... Она как бы, ее мог бы написать нечто подобное, такой проходной художник. Обычно Шульженко делает вещи более тонкие. Эта работа, безусловно, имеет... Он так чувствовал, я в этом уверен. Но и то, элементы есть фантазмов в виде чаек, которые прям тут вот летают. Но, в общем-то, работа сильная, так вот, на, как сказать, такие вот ветераны. Да. И такое было, я думаю, такие есть. А вот эта работа – это абсолютный шедевр. Вот здесь вот продавцы картофеля, тут самое трогательное, что здесь и ребенок, и старик. Такое совершенно жалкое зрелище. И этот старик беззубый смеется. И все это несчастье всех этих чертовых лет, которые там были. Как говорится, не дай вам Бог со своим внуком сидеть и продавать эту картошку. То есть это одна из самых... То есть в этой работе старик Рыбин уже куда все помягче здесь, так сказать, более мягкий. Но это, конечно, такую работу очень трудно смотреть даже. Это очень такая... А это абсолютный шедевр
называется «Провинция», и мне кажется, если кто-то хочет что-то узнать про такую глубинную Россию, не про вот фасадную, а вот про глубинную, вот ему достаточно на эту работу посмотреть. Здесь нет никакого издевательства. Здесь сухая констатация, так сказать, фактов. Между прочим, 2005 год, то есть со дня революции, что 80 лет почти прошло. И вот сидят эти два старика, абсолютно, так сказать, нищие, беспомощные, никому не нужные на фоне этого пейзажа. Другой такой же идет здесь, какой-то пьяный молодой человек стоит здесь. И вот посмотрите на эти лица. И, в общем-то, я не представляю, чтобы, например, подобная работа могла быть вообще написана в другой стране мира, я бы сказал. Это только в России. И только Шульженко мог сделать столь глубокую работу, которая абсолютно не уступает, я думаю, превосходит лучшие образцы передвижников, кого хотите, тройку там Перова, вот, ну, я не знаю, там можно называть какие-то работы. Это шедевр своего рода и очень печальная вещь. И тот же вот этот тот поэт тоже не зря ее привел и написал стих. И последние строки: «Я был однажды на молитве той и просто плакал, стоя на пороге, слез не стесняясь. Дело тут не в Боге, а в том, что пели в церковке пустой». То есть эта провинция, она же, кроме всего прочего, еще и вымирает. В России, как вы знаете, деградация населения. В общем, кто об этом во всем пишет? А вот Шульженко пишет, да еще так вот сильно. И вот смотрите, 2012 год, это не столь выдающаяся работа, как та предыдущая, но, тем не менее, так сказать, радости тоже здесь мало. Ну и, наконец, вы уже заждались, я думаю, все-таки «Была же и любовь», да, ее было не так, может быть, много, как хотелось бы, но вот так он видит. Это работа 88 года, абсолютно чистая такая. Вот уже знакомый нам пейзаж, лежит такая очаровательная совершенно, как бы сказать, ну, открытая всему миру обнаженная женщина. Вот видите, у него эта работа создает странный эффект. Ведь видите, как она лежит вот прямо на чем, даже непонятно на чем, скорее всего, трава. Вообще-то она лежит как бы на земле. Она спит, это летний сон. Земля ненормальная, она выше всего на свете. Ну, я не знаю. Это очень странный, очень целомудренный такой образ. Это уже не те вот грубые такие, ну, бабы, можно сказать, голые или не голые, которые. Это совершенно нечто другое. И одновременно это не Мадонны, скажем так, там, Ренессанс. Это нечто другое. Это очень свое. Это очень личное. Ну, так оно и есть. Это личное, это, так сказать. «Московская Венера». Вот это более традиционная работа. Это такая более, что ли, романтизированная, и поэтому она мне как-то меньше нравится, чем предыдущая. Но, тем не менее, такие работы можно увидеть как-то вот и так далее. А вот эта работа, мне кажется, удивительно такой, ну, удивительно интимной и целомудренной. Ведь посмотрите, что он сделал. Он изобразил свои любимые дворы. Любимые и пугающие одновременно дворы, которые он тысячу раз изображал. И видите, как он целомудренно изобразил эту пару. Он ее изобразил вот так. То есть здесь нет как таковой эротики. Здесь настоящая любовь. И вот здесь уже контраст говорит, вот это, значит, огромное тела, которые много раз были раньше на фоне домов, как бы непропорционально, говорит о том, что это очень большая любовь, открытая и одновременно скрытая от людей. Хотя и здесь он не мог удержаться, он всегда находит нечто, и здесь кто-то смотрит. Вот персонаж, видите, вверху, вот здесь вот кто-то из окошка смотрит, но, наверное, надеюсь, ничего плохого не видит. Ну и осталось 2-3 штриха.
Значит, вот график. Значит, мой близкий товарищ Юра Аксенович в свое время сделал огромную такую работу составил. Он собрал информацию о картинах художника по 12-й год с площадью. То есть было известно количество и так далее. Я немножко обработал эти данные. Получается такая интересная вещь. Значит, здесь на этом графике, вот по этой оси, отложено сколько... Вот я решил это сделать в виде длины квадрата, которую он расписывал за день, чтобы вы могли визуально себе представить. Вот, например, максимальная величина 30 означает... Вот представьте себе квадрат 30 на 30, вот среднедневная производительность. То есть на вид это крайне мало, а на самом деле... Я думаю, это чрезвычайно много. Это пик, это 90-й год, много работ. И видите, этот график повторяет нижний график. Нижний он более понятен, количество картин. Но ведь картины имеют разную площадь. Они очень коррелированы, конечно, эти два графика, видите. Но не так уж жестко, тем не менее, бывает. У него есть определенное количество не очень больших картин. Но что тут, вот две закономерности здесь удивительные, можно отметить. Первое, вот эта неравномерность, что художник работает пиками, up and down, коэффициент вариации равен 70%. Это много, 70% это существенно выше обычных 30-35 для огромного числа рядов. То есть это настоящее творчество, когда на него то находит, то не находит. Он может очень долго вообще ничего не писать, потом писать как сумасшедший день за днем. Это нормально. И вот из графика это видно. Вот этот год, судя по всему, был ноль просто-напросто. По крайней мере, ни мне, ни Юре неизвестно ни одной работы. Может быть, Василий когда-то нас поправит. Но он не так тщательно следит за всем за этим. Ну, в общем, вот. И второе... Можно пронаблюдать интересную вещь, что в целом тренд такой идет вниз, то есть более-менее он работает меньше с годами, вот с 85 по 2012 год и по количеству картин. Но с другой стороны, это опять все неравномерно, неоднозначно. Здесь второе по значению величина, допустим. Очень такой продуктивный был год по площади. А вообще-то говоря, вот поскольку такие графики строятся редко, что очень жалко, на мой взгляд, а они вообще-то дают представление о творческом труде. Я что-то подобное делал все время про поэта, про Мандельштама, и меня все время как-то ругали. Но мне кажется, они помогают понять что-то о творчестве, и, может быть, и это тоже помогает понять о творчестве этого совершенно выдающегося художника. Ну, вот здесь какие-то комментарии. Я не буду их подряд зачитывать. Вот в России есть гениальный художник Василий Слюженко, который там в точности и деталях изображает настоящую Россию. Какая жестокая ирония, какие узнаваемые типажи. Из каких-то комментариев. А другой пишет, это как же надо не любить землю, на которой живешь, чтобы собрать всю мерзость. Ну, вот у вас есть глаза, вы можете сами почитать. Подержу немножко вот эти образы. Например, вот пишут люди какую-то абсолютно, опозировали ему, видимо, исключительно бомжи с городом. Какая-то такая за бутылку водки. Больше интересно, а где он такую натуру? Ну, вот такие люди есть. Ему говорят, зеленый – это позитивный, как видите. Что вот он, так далее, он пишет что-то позитивное. А ему говорят, ты, мол, кудряво высказался. Боднуть, каноническую версию, далее. Вот она, позиция очень многих. Россия многим, как кость в горле, хоть так на нее, но плюнуть вот надо. И доить тоже хорошо. Вот и этот присосался Вася, злобные такие вот. Он всю жизнь испытывал подобные вещи. Вот рисовать-то он может уметь, только вот художник – это не про него. А вообще, если на чистоту и по-мужски, при встрече дам в морду уродцу. И вот таких комментариев у него... полно. Ну, ему кто-то отвечает там. Вот представьте себе, Василий человек исключительно интровертивный, то есть он очень чуждается тусовок, общения и так далее. У него был определенный уровень общественного признания. Ему не так давно вручили, вот, во-первых, я там писал, фильм сделали о нем,
Это надо было дожить почти до 70 и писать такие шедевры, которые он писал, чтобы в конце концов про тебя сделали кино. Ему недавно, наверное, уж совсем их достало, все-таки вручили золотую аж медаль Академии художеств, насколько я понял. Но это дело темное, я даже материалы в интернете про это не нашел. Я знаю, что вроде бы да. То есть его, естественно, знают художники такие официальные. Есть же в России всякие там Шиловы, есть Церетели, есть множество художников, и их нельзя назвать неталантливыми, есть очень талантливые художники. Но таких, конечно, нет. Таких вот он один. Ну и, наконец, Василий сам помогал мне очень сильно и разговорами своими, и он дал совершенно удивительный набор фотографий своих работ, так сказать, не пожалел. И хоть мы виделись один раз, и в основном как бы выпивали это время, но мы потом много раз созванивались, разговаривали. Это все чрезвычайно интересно, и, конечно, без него бы ничего не было. А мой товарищ Юра Аксиноид, который живет в Москве, и который вместе со мной, мы вместе с ним познакомились, с Василием, он-то как москвич продолжает с ним встречаться, и он является главным источником информации. Вот особенно последних лет, поскольку моя с ним встреча была в 2012 году, 10 лет прошло, Юра меня снабжает последними работами. То есть я и ему, и саму Василию, конечно, чрезвычайно благодарен за поддержку, потому что без этого доклад бы просто не мог состояться. Все, спасибо большое. Извините, если это было слишком долго. Я закончил. Спасибо.